Приветствую! Добро пожаловать на 69-й сезон выживания. Вы никогда не задумывались о том, что Rust — это стратегия в реальном времени? Просто нас не принуждают к постройке зданий, несущих определенную функцию. Например, дом лесоруба позволяет добывать только дерево. Каменоломня, чтобы добывать камень. Ферма, для того, чтобы выращивать еду. Железнорудная шахта, для добычи железа. Хижина рыбака, для ловли рыбы. Кузница, бараки, сторожевые башни, верфи, склады и куча еще разных зданий. Идея взята из таких игр, как Сеттлеры, это немецкая экономическая стратегия, Age of Empires и подобные им игры. Эту идею я вынашивал уже 2 года. Я об этом говорил на стримах уже давным-давно. И вот настал этот момент, когда мы все увидим Rust со стороны стратегии, но от первого лица, а не как мы привыкли вид сверху. Это будет нелегко, в плане того, что придется носиться из здания в здание для совершения определенных действий или крафта. Поэтому у нас получится целое поселение. Я думаю, это будет интересно. Ну что ж, погнали выживать? Да. Дом этого лесоруба здесь поставим. Каменоломню. Блин, нифига класс. Я нашел нам райское место. Блин, какое же оно классное. И дом стоит. Зарейдить! Не можем. Пока нету дом, блин, саперка. Надо рейдеров нанять. Что ж, место найдено. Нам пришлось сменить несколько серверов, чтобы найти подходящее место под строительство. И эта река, этот пейзаж, было нечто божественное. Но расслабляться было некогда. Нужно было приступать к строительству первого здания. Классная обнова, кстати. Крестики. Так, ну, добыть камень просто вот своим орехом, чтобы сделать каменные инструменты, мы можем. Вообще, когда начинаешь любую стратегию, у тебя есть городской центр. И причем не херовых размеров. Вот, и ресурсы сразу выдаются. Рассвет начинается, так что готовимся скидывать мне дерево. Так, скидываем, ребят, здесь на моем тронном месте. Так, что ты мне скинул? А, что? Дерево, требуется дерево. Так это ж река. Ты чё? Хижина лесоруба. Блин, высокий фундамент получился. Проблема была с кодовыми замками. Для того, чтобы их скрафтить, нужна была плавильня, где мы могли бы установить печки и наплавить металла. Но так как это было сразу невозможно, то вариант оставался один — налутать компонентов и переработать их, получив металл. Пожирайте. Так, ребята, вы ушли за компонентами, чтобы мы кодовые смогли поставить? Да, я уже несу металл. Опа, да ладно. 2 кодовых делаю. Блин, ну для... Блин, вот, конечно, с кодовыми-то это вообще нужно, я не знаю, там, супертехника, лаборатория, там, паяльщик, 228 здание. Ну ладно, здесь мухлим. Ну, может, тогда проще каждому по хижинке сделать, типа, с соло-замками. Вот, и надо какую-то, знаешь, типа, простую исследовательскую лабораторию, чтобы... Вот смотри, стоп, вот давай... Это... Нет, давай остановимся. Когда мы начинаем любую стратегию, что мы строим в первую очередь? Мейн. Главное здание, из которого строятся другие здания. Да. То есть мы... Но здесь у нас нету такой возможности. Ресурсов. Да, сейчас мы... Нет, первым делом ты ставишь лес, камень, сторожевая вышка, если ты можешь первоначально, маленькая. Правильно? Ферма. Вот, фермы, ну, рабочие, это вы рабочие. Рабочих на карте.
Ребят, надо еще компоненты, чтобы это еще замки были кодовые. Короче, дальше строим охотничью. Там сможем делать луки, кстати говоря. Там скорее. Не, ну здесь из-за того, что мы как бы катаем именно Тимой, вот, то кодовые замки я бы здесь даже не обсуждал, они необходимы, иначе это вообще жесть была бы. Так, создаю сейчас ящики, они будут на чердаке, ребят. Неловко вышло. Сжечь его! Ремуй. Я случайно... Ладно, я заремуил, все. Все по правилам. Гребаный камень был в инвентаре, который я колупал на инструменты. Так что не надо, отошли от меня. Все нормально. Еретик. Вот это грейданул я. Так, пошел ящики ставить. Дроздаешь, сердце ёкнуло там. Говорит, что я слышал. 4 ящика установлено наверху, еще 4 делается. Вот, сейчас пойду строить охотничать. Давай, я уже охотиться хочу. А то, что я 2 курочек камнем забила, нормально? Живодерство называется, во, вспомнил. Это можно. Тупо варвар, женщина-варвар. Убила куриц камнями. Валяется там язык на сторону. Я не понимаю, почему у меня треугольники ставятся острием вовнутрь вот этой. Я не могу застроить вот эту дырку. А неплохо. Получилось. Да, такой. Фу-фу. Фу! Ужас. Все, мы можем печки ставить, ну, типа, даже в домике этого лесоруба. Нам главное, чтобы был, ну, в смысле, ты печку можешь поставить где угодно. Главное, чтобы мы имели право на это. То есть хижина охотника. У нас каменоломни нет еще. А, ну да. Забудьте. Ты что, еретик? Здесь Дрозд был прав. Чтобы скрафтить печку, вы скажете, нужна какая-нибудь глиняная мастерская, да? Но это было бы очень жестко. Поэтому доступ к печкам нам дала бы каменоломня. Так, все, можно делать луки. Сюда, значит, тогда относим ткань, кожа, вот это вот все. Далее Эмбер первый, кто захотел построить свою хижину. Ибо она дает бонус того, что ты все нужные вещи можешь забирать к себе домой. И пользоваться всем сразу. Соответственно, если построены здания, которые добывают нужные ресурсы или изготовляют нужные предметы. Куда в камень грейдишь? Я случайно. Настало время строить каменоломню. Да вот, в принципе, вот это вот я и использую. Че это? Оу, май. Это хорошо. Все. Можно добывать камень. Делаю ящики под это. Каменоломня была готова, но мы пришли к общему выводу, что это здание будет добывать все виды ресурсов, чтобы не строить 4 одинаковых шахты. Хай-квалити, сера, железо, ну и сам камень. Мне надо просто жизненно важные места здания загрейдить в камень. А то есть как на проходной. Ничего себе, немножко. Все, пошел хижину этого скорее грейдить охотника, чтобы туда не пролазили. Так, все, обезопасил, ребят. Хижина охотника у нас теперь под защитой. Я побежал плавильню строить. Все, плавильня готова. У нас тут волк. Угу. У меня есть. Валькири. Охотник. Это уже второй кабан. Угу. Загнала прямо к нам в деревню. Да-да-да. Все, можно руду брать. Дерево, я пойду возьму все это дело. А руда у нас где? В это уже лежит? Да. Угу. А, я принесла мясо.
Угу. Все, две печки работают. Следующее здание, которое хотел увидеть, это сторожевая башня. И я ее решил пристроить к мосту, потому что там являлся относительный центр нашего поселения. Вот что думаете, ребят, окна или дверные двойные проемы? Ну, я бы окно, дверь, все такое типа делал. Чередовал бы, да? Ну да. Сторожевая вышка готова, осталось только ее загрейдить. Блин, как это уже выглядит, да? Даже вот в начальной стадии. Охренеть. Все, сейчас надо будет накидываться хотя бы на дерево, чтобы мы могли загрейдиться в дерево, потому что камень, это очень нам придется долго и упорно колупать. Дерево более доступное. Так, что у меня по башне? Сейчас я ее обойду вокруг. Остался, по-моему, только верх. Ну, вроде да. Угу, все. Тогда только верх. На утро я ее полностью закончу. Вот это удача. Чуть-чуть, у меня нож есть. Пошел в охотничью избушку. Там у нас хранится ткань. Следующим зданием оказалось оружейное, потому что нам нужно было место, где можно производить оружие. Хотя бы Йоку. Как тебе наше оружейно? Ебут собаки на сеновале. О, а, да, да, детка. А, ну вот это будет оружейное. Да? Нет, нет, нет. Вход будет именно вот с улицы, как ты и зашел. А-а-а. Тут петлять будет. Именно, видишь, петлять будет. А вот это оружие здесь будет завались. Ну, у нас накопилось 177 жира. Вот сейчас поставлю на топливо и поставлю еще печки. Самое сложное здесь будет это оформлять. Возле охотничьего, я здесь. Вниз, побежал по речке вниз. Ага, у меня где-то. Ну, нихера себе. Да ладно тебе попадать, охренел, слышь? Стрелок ворошиловский. Хэдшот. Хэдшот. Минус. Ооо, хорош. Железную решетку нам принес. Отлично. Ну, сейчас на нашу сторону, скорее всего, два заряженных переберутся. Они по мне херачили люто. Соответственно, раз шахта была нам доступна, то я собрал всех наших ребят и сказал, что мы идем за камнем, потому что он очень сильно требовался для грейда особо важных зданий.
Ну, забавно, архабаза. Кто у нас голый бегает? Ты адекват голый бегаешь? Угу. Давайте архабаза дам. На. Мы успешно добрались до дома, и у нас получилось очень много ресурсов. Пошел загрыжу это важное место, и можем ставить верстак. Учитывая, что вы смотрите все это в монтаже, то тем временем прошло 6 часов реального времени. И у нас накопилось много скрапа, около 700. И поэтому было принято решение сразу поставить второй верстак в оружейный. Тогда иди у меня сейчас. Открой мне. А, сейчас. Так, ставлю. Все, второй крафчу. Выпустишь? Все, отпустил. Все, второй верстак поставил. Арикато! Hello! What's up, it's your boy? It's friendly village. Yes, I friendly village man too. I'm just seeking friendship, comfort, you know, maybe some ASMR. Not. Привет! Хорошо, ми хорошо, да? Бабушка, балалайка. Yeah, бабушка, I got really big бабушка. Look, big бабушка, look at these бабушки. You big бабушка? Woo! Матрешка. Big бабушка, the biggest бабушка. Come on, you not see this бабушка? That's right here, you see it? You see that бабушка? Shake. You speak Russian? Yeah? Да. Чики-брики, а, давай. Чики-брики в дамки. Чики-брики в дамки, давай. Хорошо. Пока нас развлекал этот забавный выживальщик, дело не стояло на месте. Я строил буферки в нашей оружейной, потому что защита там явно не помешала бы. Хэдшот минус. Хэдшот минус. Есть, курить, что это? Смотри, нихера себе. Нихера себе. Короче, вот этот гонял вот этого второго. Потом они вместе на меня накинулись. Вообще пойдет. Блин, Эмбер, отнеси в избушку охотника вот это вот. Кожа тут всякая. Еще и камень подъехал. Ого. Так, я приступаю к крафту пороха, раз у нас оружейное открыто. До избушку. Ну что, я нас поздравляю. Я крафчу наше первое оружие. Это Йоко. И 2 стака патронов к ней. Ну все, у нас стволы готовы. Давайте рейдить нашего соседа. Все вооружение лежит. Я понял, что это FPS проседает. Ребят, здесь тела растягивают на всю карту. У меня сейчас 20 FPS. Вот, я вижу, это жесть. Копы. Вот из-за чего проблемы. Враг. Прыгает, скачет, дурачок. Двойная. И что? Двойная, ну. Деревянная. Проход. Шкаф. Чувак. Шкаф незалоченный. Но ресурсы есть. Только начал свайпа и решил себе дом отстроить.
Вот видео и подошло к концу. На данный момент я все еще снимаю сезон, ребят. И монтировать видео во время сезона – это катастрофически сложно, неудобно и занимает много времени. И отнимает много времени у сезона. Но тем не менее, я сделал для вас видос и жду ваших комментариев. Свои идеи я придумываю сам. Не знаю, есть ли на зарубежном ютубе что-то подобное. Или тем более на ру-ютубе. Я считаю, что это все в новинку. И надеюсь, что вам все понравилось. По крайней мере, я вам дал затравку на смысл сезона, который вы будете смотреть. Прожимайте свои царские лайки и порадуйте меня, пока я делаю контент. У меня, видите, даже для вас не сделано концовки, где будет кнопка подписаться и где можно кликнуть на видосик. Все, всех по-братски обнял, пошел пилить сезон дальше. По крайней мере, вы знаете, что работы ведутся. Удачного вам дня!